Ольга Хитрушко – учитель в третьем поколении. Ее бабушка, дедушка и родители посвятили свою жизнь педагогике. Женщина пошла по их стопам. По специальности Ольга Геннадьевна – учитель истории. Последние 3 года она директор гимназии номер 5 города Гродно. Уже в 4-й раз опытный педагог и руководитель выступает с докладом на районном открытом фестивале педагогических идей «Ступени мастерства». Ольга Хитрушко уверена, что учитель – это призвание, а престиж профессии повысится лишь тогда, когда каждый человек будет в этом убежден. Если по призванию ты учитель, если в душе у тебя вот есть, учителя ведь всегда были подвижниками и альтруистами, поэтому в первую очередь надо начинать с себя. Если ты уверен, что это твое, ни о каком престиже специальности, профессии речи быть не может, потому что ты несешь эту профессию, как, наверное, как одежду, как вот душевное состояние, и так оно и должно быть. И если учителя будут передавать вот этот дух профессии младшим поколениям и детям, тогда, наверное, и пойдут на педагогические профессии. То есть надо начинать с себя. Этот фестиваль в 4-й раз проводится среди педагогов учреждений дошкольного, среднего и специального образования Ленинского района Гродно. В этом году он прошел в школе номер 36. Участие в мероприятии приняли более 300 человек, 120 из которых выступали с докладами, делились опытом, основанным на личных достижениях. Работало 16 секций. В рамках 16 секций обсуждаются проблемы на всех уровнях образования, начиная от дошкольного, заканчивая специальным образованием. Конечно, затронуты темы воспитания подрастающего поколения, темы повышения качества образования предметного по отдельным предметам. И в целом также есть еще 2 секции по управленческой деятельности, по повышению качества образования. К фестивалю подготовили выставку декоративно-прикладного творчества. Здесь можно было увидеть поделки ручной работы педагогов школ. Причем многие из экспонатов сделаны руками не только учителей по труду. Настоящими рукодельниками оказались и филологи, и историки. На 2-м этаже разместились стенды, где некоторые учреждения образования представили свою символику. После завершения работ секций участников ждал концерт. В следующем году 5-му юбилейному фестивалю сулят еще больший размах. Хотелось бы, чтобы он стал более открытым. Мы планируем пригласить представителей педагогической общественности других районов, а может быть даже областей. Хотелось бы, чтобы он тоже был более проблемным. Не все проблемы можно обсудить в рамках 1 дня. Возможно, фестиваль будет проводиться в 2 дня. Фестиваль «Ступени мастерства» помогает совершенствовать формы и методы работы с учащимися. Все доклады педагогов лягут в основу методического вестника «Импульс». Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.